Да, к сожалению. Автофокус в этот раз подвел. 23 сентября 2023 год. Потратил я золотые секунды МКС. Вручную. Ну, в прошлый раз фокус как-то смог. На автостопе потом посмотрите, пацаны, как оно все выглядит. То есть на стоп-кадре, на автостоп. То есть только был закат, вот буквально пару минут назад. Опять я, как и в прошлый раз, надеялся засечь. МКС и засек, как видите. То есть вот его практически все уже в тень, наверное. Да, он скрылся, уже в тень земли попал. Сейчас, секунду, опущу камеру. Напишу камеру, еще дам вам чуть-чуть на луну посмотреть. Да, жаль. Очень жаль. Ну, в прошлый раз фокус, автофокус не подвел, и на том ему спасибо. А сейчас, ну, что есть, то есть. Ну, кстати, я закат снимал на автофокусе, попало у меня солнце как раз в тот момент, когда видны были, без всяких светофильтров, не жалея свою аппаратуру, снял я наверное, так лучше всего, да? Снял я пятна на солнце. В день равноденствия снял закат, пятна на солнце. Ну, даже, ой, какой, с двумя глазенками кратер. Ты посмотри на линии терминатора. Ну, похоже, ежик в тумане, ты представляешь? Такая рожица, два глазика. Линия терминатора, линия, где смыкается свет и тень. Так он буквально сейчас на наших глазах прикрывает этот глазик второй, да? Эпично. Ну, давай сейчас по линии терминатора пройдемся, раз уж не удалось нам долго поснимать. А он сейчас за веточку зайдет, да? Луна за веточку спрячется, ну пока есть возможность. Давай он там наверху снимем, там тоже, наверное, такое красивое разнообразие и рассвета, и тени. Сейчас резкость попробую. Ну, пускай так будет. Не уверен, что это лучший вариант. Но точно лучше, чем я его буду цеплять туда-сюда. Да, понадеялся. Ну, что ж ты сделаешь? В прошлый раз автофокус сыграл великолепно, и видно было и солнечные панели на МКС. А ну сейчас я попробую штативом порегулировать. Это увеличение, ребята, 125 крат оптический зум. И плюс ему добавляется еще 4-кратный цифровой. То есть малейшие какие-то движения. 500 раз увеличение, ну, это не то, как в биноклях кратность, но сопоставимо, я думаю, вы видите, насколько
Луну, которая от нас 367, по-моему, сейчас километров тысяч. Насколько ее можно лицезреть. Прекрасно. Ладушки, опять же, к сожалению, поскольку условия военные в буквальном смысле. Аппаратуры нету и длинных файлов не могу делать. Сейчас сниму, наверное. Да, в общем-то, даже и незачем. Просто, что закат еще хочу показать, да? Ну, видно, что красное небо. Ладно, не буду ничего, чтобы детали не попадали в ландшафта. 23 сентября 2023 год. Ага, молодец. Равноденствие, половинка луния и смешной кратер. И МКС.